В округе открыли еще одну детскую площадку по губернаторской программе. Игровой комплекс установили в сквере Победы. На детском празднике в Краскове побывала наша съемочная группа. Детская площадка включает в себя спортивные игровые модули для физического и интеллектуального развития детей. Это целый интерактивный комплекс под открытым небом, который позволяет ребятам в игровой форме изучать основные законы физики. Красивая площадка. Очень. Мне понравилось все. Игровой комплекс отвечает запросам детей разных возрастов. Подростки с удовольствием проводят время в веревочном городке и на качелях. Ребята помладше отдают предпочтение горкам и тоннелям, а для самых маленьких обустроен песочный дворик. Мне понравились круглые качели. Я побегу на них кататься. Полмягкие. Очень красиво и хорошо. Детская площадка соответствует требованиям безопасности. С этой целью предусмотрели ограждение и резиновое покрытие. Для удобства жителей игровой городок оснащен скамейками и урнами. Была старая площадка, сейчас нам ее отреконструировали. Детишкам очень нравится. Много новых всяких качелек. Детки все рады. Хотим сказать большое спасибо. В этом году в округе открыли 6 детских площадок по губернаторской программе. Одну из них в Краскове. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.